Здравствуйте, друзья! Не первый раз мы попадаем на бесконтактную мойку. Сейчас пойдем бесконтактиться. Значит, я денежку заплатил вот в этой части, что я вам показал. Карточкой просто расплатился. Обычно, когда заправляешься, так дают там купончик. Но мы не заправлялись. Все у нас на месте. Сейчас лампочка должна стать красной. Оп! Все, говорит, дальше не едем. Нормально. Я выключу движок. С одной стороны, когда движок выключен, дышать сложнее, так начинаешь надышивать. С другой стороны, когда включен, дворнички начинают протестовать против воды на стекле и, соответственно, начинают смахивать там, а это нехорошо. Вот так на нас набрызгали. Ой, давайте я покажу. Вот у нас еще тут наверху вот такая тоже картинка. А то вот эта мойка, где мы сейчас находимся, она была несколько дней закрыта. Даже пару недель, да. Это такое неудобство, что вот специально куда-то ехать, знаете, времени нет, и как-то вот хлопоты такие. Вот, так что, что там сейчас происходит? Оно сзади на нас едет и делает что-то. Нет. Нет, оно занимает исходную позицию. Это вот то, что сейчас нам сделали, называется привож. Привож. А, там написано. Мы заказали самую дорогую мойку. Она стоит $11. Там есть, по-моему, 3 или 4 разных. Есть просто помыться, значит, есть там с разными шампунями. А есть потом, чтобы на стекло набрызгать горячим воском. Вот, и тогда получается, что к стеклу, ну, не то, что дрянь не прилипает, а легко смывается потом. О, чем-то нас таким мыльцем каким-то, знаешь, такое ощущение, что порошком стиральным. Да, может быть. Таким вот, ну, у нас вот так сижу, смотрите, вот раз, два. Сегодня мне товарищ один написал, говорит, а чего бы вам камеры там на 360 не увлечься? И я пошел разбираться там, что с этими камерами, и посмотрел несколько видео. Вообще прикольно, конечно. То есть там идея в том, что можно шлемом пользоваться. Вот, но я понимаю, что так, чтобы у каждого в доме был шлем такой, это еще не скоро наступит такое время, но уже сейчас можно так вот играться во все стороны. То есть, допустим, я вам дорогу показываю, а вы можете покрутиться и посмотреть на меня, на салон автомобиля, и влево, и вправо, и так вот, кому интересно. В этом есть какой-то прикол. Я подумал, что я, наверное, заведу себе такую камеру. Так, теперь... Ага, ох. А мне казалось, что они таким мылом разноцветным поливали. Ты знаешь, что? Да, когда-то было такое мыло, красивое, похожее на поролон из кровати. Такое красивое было. Да. Как радуга. Вот. Вот сверху тоже так чистенько. Так, что-то метет. Да. И чем-то таким, какой-то пылью водяной, я бы сказал. Я, к сожалению, не вижу, что сзади совершенно. Хотя нет, в зеркало могу посмотреть. Вот давайте я вам в зеркало покажу, что там происходит. Сейчас вроде ничего пока не происходит. Ну-ка. Водой поливает. О, цвет. Вот пошел цветным. А, значит, это все был привож. Да, это все так потихонечку у нас. Ну да, вот теперь правильно. О, потемнело. Потемнело в царстве. Ну вот это красиво. Добра. Вот это уже настоящий вошь пошел. Да, хорошо. Слушай, красиво. Это можно из этого сделать заставку для видео. Ты знаешь, вот такое красивое заставку для видео. Я вот с Натальей Квик разговаривал. Она говорит, что в перископе ставит музыку, а люди угадывают, значит, что это за мелодия. Так и угадай мелодию, играют. Ну вот, как бы... Ой. Да, сильной струей так прошлось. Вот тут уже, видите, ничего не осталось. И тут уже тоже ничего не осталось. Значит, они так как бы тихо отдыхают, знаете, без политики там, без скандалов. Вот. А мы вместо угадай мелодию, значит, вот угадай стадию
помывки автомобиля. У нас такая игра. Что-то оно сзади ушел, и вот как-то меня огорчает, что я как бы контроль теряю. Ой, ты ё-моё, ты смотри, как она там сзади, смотри, как она сзади. Так. Бойлерку пошел. Вот такая грязная. Грязная. Тут пошел. Видите, я интерактивно камеру передвигаю, участвую вместе с вами. Там на самом деле где-то есть табличка, на которой должно было быть написано, в какой стадии мойки мы находимся. Она не горит никогда. Да. Поэтому было время, горело, ты знаешь. Это давно было, потом один сегодня. Да. Ну вот бесконтактно. А вот это же покрывает чем-то потоком. Все это бесконтактное. Это было время, когда щетками фигачили. Вот, а сейчас совершенно без всяких щеток. Странно, они чем-то поливают такое с разводами все. Хотя видно уже, что вот это вот против вот такой, чтобы вода не, да, не оставляла следов. Непонятно, что они там делают. Они вниз опустились, наверное, моют. Ага. Моют машину. Так, снизу пошли вверх. Сейчас пойдут. Нет? Такие потоки воды идут. Ага. Вот эти потоки воды сюда приближаются. Вот сюда приближаются. Ну, уже чистенько. Чистенько, не то слово. Хотя, я тебе скажу, Свет, вот когда щетками мыли, да, угу, лучше отмывалось. То есть все-таки. Ну, конечно, воды поливать, что там отмыться. Нет, ну они даже как вот бы. Здесь, они вот под даже давлением, вот, понимаешь? Вот, смотри. Вот. Да. Они это под специальное покрытие на стекло, чтобы вода не прилипала. И ты знаешь что? Мы знаем, что они должны когда-то это сделать. Ага, наверное, оно последнему было. Да. В общем, говорят, ребята, проваливайте, говорит. Так, сейчас мы едем вперед. Сушится. И там сушится. И там, вот видите, наверное, впереди такие, ну, как назвать, даже не знаю. Вентиляторы. Пусть будут вентиляторы. Сейчас мы подойдем потихонечку. Он дает нам, видите, 72 секунды, 70 секунд. Ну, давай, друг, суши. Тут иногда, знаете, о, ну да, я вам говорил, что сработают. Значит, там иногда какие-то листья начинают вылетать из-под дворников, там где-то завалявшиеся. Но нет, ну теперь листьев не видать. Да. Ну еще 40 секунд-то у нас есть, там спешить не нужно. Помойка, в смысле, помывка закончена, и мы едем домой.